Грандиозная стройка в 20-м микрорайоне. Наши корреспонденты сегодня увидели место, где, по слухам, появится новая школа. Ну, вроде говорят, школа, как и планировалось. А насколько вы ждали ее появления? Ждали, очень ждали, потому что мы купили эту квартиру как раз, когда она строилась. Это было 3 года назад. Вот, нам сразу обещали, что здесь будет школа, 2 детских садика. Ну, вот садик построили, он нас, конечно, выручил, а вот школы не было. На этой неделе жители улиц Карпова и Высотные были приятно удивлены. Пустырь возле их домов начали спешно расчищать от снега. Территорию оградили лентой и привезли вагончики для строителей. Будет ли там школа? В администрации города эту информацию нам пока не подтвердили. Мы ждем официальных комментариев. И добавлю, проблема нехватки школ в северном жилом массиве назрела несколько лет назад. В 85-й школе приходится работать в 2 смены. Ситуацию немного разгрузила недавно открывшаяся 86-я школа. Но по подсчетам экспертов, в новом районе нужно еще как минимум 2 образовательных учреждения. В декабре 2016 года во время визита в Оренбург премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу губернатора, пообещав помочь с выделением денег на строительство 4 школ в регионе.